Новый председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов провел первое аппаратное совещание. Главу региона возмутили тысячи накопившихся обращений граждан, на которые те так и не получили вразумительного ответа. Об итогах мероприятия подробнее расскажет Игорь Хмурый. Це жах. От те, що відбувається, в моєму розумінні, це жах. Я не знаю, що було до мене. При мене таких речей не буде, це неможливо. Він задав дуже конкретне питання. Дайте, будь ласка, аналіз по конкретній проблемі. Що тут написано? Ваші твердження є безпідставними. Які твердження? Твердження, що він, людина попросила аналіз? Так началось первое совещание главных аппаратчиков обладминистрации со своим новым начальником. Оказалось, на данный момент почти 2500 обращений граждан и даже депутатов остались без ответов. При этом большинство из них уже утратило актуальность. Продолжайте, Станислава Алексеевна, проносите все, что они дают. Я вытрачу, буду по ночах разглядать эти листы, но я все это выведу на тот уровень, который потрібен. Дуже швидко. Я всім вам кажу відверто, або з вами, або без вас. Ну, я в цьому бардакі участь приймати, ну, 100% не буду. Также Степанова заинтересовали цены на продукты в регионе. По его мнению, рынок должен сам себя регулировать, но власть призвана бороться с монополией. Не обрадовал нового начальника и острый дефицит подчиненных, который возник после предыдущих реформ. Я не впевнений, що люди, які потребують соціальної допомоги, їх повністю влаштовує таке реформування, яке має назву просто фізична повна неможливість виконувати свій обов'язок. Повна. Степанов пообіцяв следующее засідання провести в большом залі. Эти аппаратные совещания, они должны быть открыты, они должны быть понятны для прессы. Вы должны в том числе слышать, какие проблемы существуют в области. Вы должны слышать, каким образом эти проблемы решаются. Потому что есть проблема, есть путь решения, есть сроки, которые оно должно решаться. На сегодняшний день то качество работы, которое существует, меня, к сожалению, категорически не устраивает. В итоге глава области дал своим подчиненным неделю для подготовки реальных предложений по решению скопившихся проблем. Игорь Хмурый, Игорь Казанжи, 7 канал.